Саженцы розы чайной гибридной Мондиале, Мондиала, восхитят вас цветками необычной фантазийной окраски, которая меняется со временем. По лепесткам этого сорта переливаются все оттенки персиковой, лососевой и розовой гаммы. Бутоны раскрываются медленно, сохраняя интригу. Диаметр цветков 8-10 см. Потрясающе выглядят кусты роз этого сорта при букетной посадке. Мондиале – одна из самых устойчивых к заболеваниям чайно-гибридных роз. Высота кустов достигает 70-80 см. Лепестки плотные, цветок очень хорошо держит свою форму. Кусты прямостоячие, с красивой листвой. Сорт хорошо переносит дожди. Цветки очень долго держатся на кустах и роскошно выглядят в срезке. Роза чайно-гибридная Мондиале – это многолетнее растение высотой 80 см. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, газонов и может достигать до 50 см в диаметре. Роза прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. По типу ствола роза чайно-гибридная Мондиале можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания розы прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает роза чайно-гибридная Мондиале в месяц июль, август, сентябрь. Цветы имеют слабый аромат. Цветок окрашен в розовый, лососевый цвет. Интересные цветы розы могут быть до 10-11 см. Как правило, на одном цветоносе размещается один цветков. Лист этого прекрасного растения по форме заостренно-овальный. Весенний окрас листочков зеленый, летом цвет листьев зеленый. Обратите внимание, что роза чайно-гибридная Мондиале, самоопыляемый, обоеполый сорт. Роза чайно-гибридная Мондиале создал Кордос. Создан сорт был в год 1993. В истории розы чайно-гибридная Мондиале были и награды. Золотая медаль, Кортридж, Куртрай, Бельгия, 1995. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.